Народом и для народа в стране идет активное обсуждение изменений и дополнений в основной закон страны. Эксперты отмечают, что белорусы максимально включились в этот процесс. В стороне не остается ни один трудовой коллектив. В формате диалога прошла встреча председателя районного совета депутатов Аллы Калеевой с представителями Зажевичской школы. Педагоги обсудили каждый новый пункт и правку, подробнее остановились на социальных гарантиях, предоставляемых государством. Как взаимосвязаны поправки и будущее молодежи? На личных примерах Алла Калеева рассказала, почему так важно сохранить историю и воспитать патриотизм в детях. Я была приятно удивлена, что люди проект прочитали, что люди, в общем-то, осознают то, что мы будем принимать, что люди готовы участвовать в референдуме. И ну, все, в общем-то, понимают и видят социальную направленность нашей будущей Конституции. В принципе, как и прошлый вариант, но здесь еще несколько это дополнено.